Гордимся славой Дедка, это второе издание книги. По этой книге покажут фильм документальный на 40 минут. Будете смотреть. А вот я когда написал эту книгу, то ГТРК «Алания» заинтересовалась и позвонили мне, сказали: «Сергей, мы хотим по вашей книге сделать документальный фильм». Мы сделали, вы будете смотреть. Студенты уже смотрели? Да. Это моя родословная. Это все судья студентов. Помни имя свое, откуда ты родом, кто твои предки и, как говорил Коста, а кто ты такой. Ну, еще можно... Вот тоже неплохая книга, называется... Эти книги все есть у нас в библиотеке. Если кто вдруг когда-нибудь случится, вдруг споткнетесь и окажетесь в библиотеке. И вот книга «Альма-Матер».